Всем привет, дорогие друзья, с вами Рамп, и добро пожаловать на обзор Loadout. Итак, главная фишка этой игры — это создание нового оружия. Ну, особо ничего придумывать не буду, и начнем. Вот у нас есть оружие. Можем мы менять его виды. Значит, то есть винтовка, ракета, пульс, луч. Вот ракета. Вот такая вот она. Давайте, вот можно испытание. Все это делается довольно быстро. Это сейчас труселя прогрузятся. Оп, лаги, и все. Вот, все вернулось. Вот у нас есть ракетница. С ракетницей, честно скажу, я еще не играл. Поэтому ничего не могу сказать. Промазали. Но зато вот ракетница. Оп, и все. Минус 2 сразу. Ну, почти минус 2. Ну, не знаете, так прикольно. Происходит разрушение. Ну ладно. Ну, вы поняли. Итак, значит, посмотрели. Нам что-то не нравится. Допустим, нам не нравится то, что оно слишком медленно стреляет. Значит, смотрим. А, слушайте, хотел тоже посмотреть. Ну вот, допустим, тройной выстрел. Тройной выстрел. Ну вот, будет уже побольше. Пойдет. Спуск. Автомат. А это что такое? Ух ты, скакивающий, прилипающий. Интересно. Слушайте, это интересно. Если так, прилипающий. И 6. И вот так. Давайте посмотрим, что получится. То есть вот так выстрелили, она прилетела. Можно спокойно так. И. Оба. Да, и это, конечно, интересно. Но, собственно, вот что у нас получилось в итоге. Приклады. Не знаю, зачем они есть. Они потому что только ухудшают все. И вот, собственно. Такая у нас штука получилась. И, в принципе, вот еще пульс есть. Ой, вот. Пульс, луч, ракета и винтовка. Мне больше всего нравится винтовка. Вот. Сохранять мы ничего не будем, потому что у меня нет денег. Да. Потому что я уже потратился на вот это и вот это. Главным образом на вот это. Но все-таки вот это лучше. Да. Вот, разблокировка. Вот, да. Еще тут слоты. То есть сейчас можем держать только 3 оружия. Но на 8 уровне, я сейчас, кажется, на 3, мы сможем брать уже 3 оружия. Ой, 3, 4 оружия. Итак, в бой. Так, у нас есть обычная игра, соревнование. Она пока закрыта. Не знаю почему. Итак, можно против ботов, можно играть против реальных живых людей. Конечно, мы будем играть против живых людей, потому что это лучше, да. А, и еще, это у меня именно беда такая с игрой, у меня слишком большой пинг. Потому что я живу в Сибири, а серверов нет таких. Тот самый ближайший — это европейский сервер, а он, как вы понимаете, от меня далековато. Итак, в бой. Я не знаю, что за карта. О, да, хорошая карта, это первая карта, наверное, на которой я так уже довольно плотно зарубился, неплохо. Вот, давайте пробуем снайперскую винтовку. Нет, не буду ее пробовать, потому что я ее уже пробовал. Вот у нас есть противник. Так, отпустим его. Потому что жизнь важнее. Так. Слушайте, что-то все убегают. Да, уже троих почти завалил. Они все убежали. Попадания так смачно звучат, мне нравится.
Слушайте, вот. Ой, тихо, не падаем. Ну, конечно, пали, но... Неважно, не падаем. Так, сохранили мы свой флаг. Убили одного противника. Да, тут, кстати говоря, разные режимы. Ну, собственно, что я вам объясняю. Наверняка вы все это уже знаете. Стандартные. Дофига режимов всяких. Вот, аптечку собрали. И вот, разобрали. Еще и гранаты. Кстати говоря, у меня же гранаты есть. Никогда не пользовался гранатами. Давайте попробуем пользоваться гранатами. Ух ты, ближний бой. Интересно. Ну ладно, не будем выпендриваться. Просто его бьем. Но он сам умер. Почему-то, ну да, конечно, с ракетниц тебе под ноги стрелять. Вряд ли кто выживет. Враг украл твой молот. Почему молот? Так, защитить. Так, аптечка нам не нужна. Пойдем поверху. Поможем нашему товарищу донести молоток. Ой, вниз прыгаем и уходим. Помогаем нашему товарищу, догоняем по-всякому, его оп-оп-оп, ушли. Не, нифига не ушли пока. Да. Так, значится. Ой, зачем-то я нажал. Не туда. Убили еще одного противника. Кто посмел меня стрелять? Снова меня разорвало. Так. Ну, собственно, вот, пожалуй, на этом я закончу эту игру. А дальше вы уже увидите то, что я наиграл перед этим. Да, то есть самую первую игру. И, ну, я думаю, просто вы увидите все, что было до этого. Было довольно интересно. Ну и приятного просмотра. Итак, первая игра. Еще ничего не знаем. Потихонечку учимся. Ой, голову стрели. Но, к сожалению, пока. Отлично. Итак, мы продолжаем. Я на самом деле был уверен, что... Ой. Вы посмотрите на это. Мозг за глазами. Главное, что мозг не поврежден. Остальное все фигня. А нет, поврежден. Эту игру можно любить только за это. Разорвали противника. Кристаллик какой-то. Так, значит, я не знаю, что тут делать, надо делать. Ух ты. Неплохо. Так, то. Так, противники. Ну, видите-ка, живая игра сразу. Ой, уходим, уходим, уходим. Так, там противник нам зашел с спины, кажется. По крайней мере, собирался. Серьезно? В ракету попал? Слушайте, ну это круто. Эту игру просто невозможно не полюбить. Да, на самом деле думал, что... Ну так, сниму быстренько, так посмотрю, игра и доиграю.
ничего интересного. Ну, блин, это круто. Это просто невероятно круто. Да, разобрали. Такие. Возрождаемся. Нужно нам сейчас будет набрать побольше очков. Так, убили противника. Факин тут мне будет показывать. Так, отдадим товарищу нашему аптечечку, а сами обойдем. Интересно, хедшот работает? Так, ну вот как-то уже пошло дело. Эх, разобрали. Ну ничего, мы шестерых сложили. Уже неплохо. Так. Ой-ой, уходим, уходим, уходим. Жжется, однако. Так. Ох, не вошло, не вошло. Вот, все, вошло. Отходим. Так, там, да, аптечка. Начинаю потихонечку уже изучать карту. Запоминаю, где аптечка. Вот так, все. Разбирай. Ой-ой-ой. Вошло, вошло. Ну это жестоко. Вот так это делается. Пойдемте за нашей аптечечкой. Там снова ногу почти оторвало. Есть. Аптечка. Парни, оставьте мне одну аптечку. Ой. Неудобные кнопочки Shift с табом. Пользуешься ими редко. Мешают они часто. Так, аптечка. Как я тебя давно ждал. О, фух, выжили. Заметьте, все это на оружие первого уровня. Самого. У меня все зависло. Ну все, можно мне ворваться на нормальных. Ну да, разобрали его. Без нас, к сожалению. Так. Кто-нибудь еще есть? Ой. Thank you.
Так, разобрали. И вот нас разобрали. КД 1,7. Ну, по-моему, неплохо. Возрождаемся. Без сомнений, что ж нам на него смотреть-то? Ничего на мне этих. Слушайте, неплохое такое место, правда, здесь аптечек нету, нифига. Аптечки нам нужны. Очень сильно. Так. Аптечка не появилась? Нет, жаль. Пойдемте наверх, поднимемся поэтому. Да, нельзя. Не дают. Так, может, там аптечка появилась? Да, появилась. Очень хорошо. Помочь. Давайте поможем, раз уж такое дело. Похитить. Где похищать? Я не знаю, честно. Где похищать, что похищать? Парень, надеюсь, ты знаешь, что делать. Потому что я не знаю. Помочь. Ну, давайте поможем. Помогли. Парень, ты псих. Так, бери аптеку. А мы обойдем с этой стороны. И задержим противника. Не пошло. Помогли еще раз товарищу. Неплохо идем. Ой-ой-ой, плохо. Ничья. Эх, жаль, я только разошелся. Два с копеечками. Закончили. Сейчас, наверное, должны отвалить. Так, довольно неплохо. Бабла. И, пожалуй, займемся апгрейдами.